я озвучу текст Бородая, в котором этот, значит, Бородай делает некоторые признания. Сразу оговорю, что поскольку Бородай здесь ругает Стрелкова, то не слова Бородая имеют решающее значение, а только слова самого Стрелкова. Без слов Стрелкова все не имеет смысла. Но сочетание слов Бородая со Стрелковым имеет большой смысл, поэтому я зачитаю самый главный фрагмент. Сейчас активизировался Игорь Стрелков. Поддерживаете ли вы с ним контакт? Как можете прокомментировать его сегодняшнюю деятельность? Контакт не поддерживаю. Я довез его до границы Российской Федерации, посчитал свой моральный долг исполненным и с большим облегчением избавился от этого груза ответственности. Почему? Мне не очень радостно отвечать на этот вопрос, потому что если мы будем говорить о полковнике Стрелкове, пусть и не всю правду, но какую-то часть этой правды, мне придется разоблачать миф, к созданию которого я тоже приложил руку в немалой степени. А зачем? Тем не менее, этот миф сейчас приходится разоблачать. Не потому, что меня оскорбляют его многочисленные выпады, а потому, что этот миф уже вреден самой Новороссии, за которую все мы боремся. Он оскорбительный для Донецкой Народной Республики. Стрелков занимается тем, что поливает грязью Захарченко, Пургина, Ходаковского, Антюфеева, меня и других, и весь подтекст его рассказов сводится к тому, что на самом деле Новороссия – это он, и без него ничего не происходило. И после того, как он вынужден был уйти, ничего не делается, все разваливается. А вот если бы он был, то было бы все хорошо, замечательно, была бы грандиозная победа. Это ложь, которая дискредитирует и существующие в реальности ДНР и ЛНР, и саму идею Новороссии. Дело в том, что есть Игорь Иванович Стрелков, миф, и есть реальный Игорь Всеволодович Гиркин. Миф о железном полковнике Стрелкове, рыцаре без страха и упрека, был создан многими людьми, в том числе и мной. Недавно мы беседовали с Александром Андреевичем Прохановым, который выпустил два интервью и с Бородаем, и с Стрелковым, который брал у меня интервью. Он говорил о том, что это тот миф, который нужен народу, и его неправильно разрушать. Но это я еще буду обсуждать. «Я бы и рад миф не трогать», — говорит Бородай, «но внутри этого мифа, как внутри огромного красивого мыльного пузыря, живет реальный Гиркин. Он остался неудел. Крайне этим обижен, бегает, истерит, и сам же его разрушает, этот миф. Фактически он занимается реконструкцией истории этой войны, в свою пользу, естественно. Я никоим образом не отрицаю его героизма и заслуг при обороне Славянска, оттянувший на себя значительную часть сил противника. Потом он оставил Славянск и много других населенных пунктов, пришел в Донецк. Но в Донецке он появился в состоянии уже неполной психической адекватности. При этом, как говорится, весь в образе. Он явно рассчитывал на статус этакого военного диктатора ДНР и был сильно разочарован тем, что его претензии не встречают понимания. Правда, попытки узурпировать эту власть были довольно робкими и непоследовательными, но при этом все же приходилось их купировать, в том числе и мне. Значит, попытки узурпации власти были. Я делал это до крайности деликатно, по-дружески, стараясь беречь его психику. Мой заместитель, первый вице-премьер ДНР Владимир Антюфеев, делал это в более жестких формах, чем вызвал крайнюю нелюбовь Игоря. Я, помнится, тогда ворчал, что моя должность не премьер-министр ДНР, а главный психиатр ДНР. Что, конечно, потом Стрелкову донесло его окружение, это стало одним из поводов для последующей уже московской нелюбви ко мне. В этих попытках захвата власти многие в России увидят положительный момент. Мол, это и хорошо. Такой герой, святой человек взял бы власть ДНР. Они просто не знают, что если у него эта власть была бы, то ДНР и вместе с ней, вероятно, ЛНР в конце июля просто перестали бы существовать. И мы бы сейчас не говорили о Новороссии, плохо там или хорошо. Не было бы предмета разговора. Дело в том, что страдающий синдромом окруженца Игорь Гиркин отдал приказ о полном отходе всех подчиняющихся ему войск в Российскую Федерацию. Это говорит тот, кто был премьером. Что же стало с этим приказом и какой был смысл вывода войск на территорию РФ? Приказ был отменен Владимиром Антюфеевым. Этот человек спас тогда Донецкую Народную Республику. Моей заслуги в этом нет.
Я 25 июля покинул территорию ДНР, отбыл в Москву на консультации, вернулся в первых числах августа. А логика приказа была простая. Спасайся, кто может. Военное положение было объективно тяжелое, но принимать такое решение было явно преждевременно. Итак, еще раз цифры помните? Я приехал 5-го. Бородая не было. То есть я приехал 4-го, 5-го это все произошло. Бородай приехал, назвал меня укрмашиной за то, что я это остановил. А планировалась зачистка Ходорковского, этого самого Захарченко, там Дикий еще был, и другие, да, концентрация власти, увод войск. Затем, когда он понял, что ему не удается все сконцентрировать, он начал водить их просто так. И кто об этом теперь говорит? Бородай, называвший меня укрмашиной. И второе. А АТО, на котором должны были столкнуться силы, это не есть то же самое? Он отменил переворот Гиркина. А то, которое происходило до этого, вот эта контртеррористическая, антитеррористическая операция, где Захарченко и Ходорковский должны были атаковать Безлера, это не было бы такой же бойней во славу победы бандеровцев? Но продолжим. Когда мы с Игорем, имеется в виду Игорь Всеволодович Гиркин, он же Игорь Иванович Стрелков, вместе ездили на операцию по взятию Мариновки под утро перед штормом. Мы говорили наедине, и он мне сказал одну простую вещь. Я сделал так много, что моя главная заслуга – просто выжить. Сделать так, чтобы я мог выйти в Россию и получить все, что я заслужил. Как вы понимаете, желание выжить любой ценой не очень соответствует должности человека, который командует войсками и отвечает за оборону. Стрелков хотел уйти не один, ему нужно было уйти со всем войском. Тогда бы получилось, что он не бежал, а просто в очередной раз героически отступил. Он тогда жаловался, что ему не подчиняется командир Востока Александр Ходорковский. Ходорковский действительно Стрелкову не подчинялся и старался не посещать совещание штаба по одной простой причине, которую мне озвучил при личном разговоре. А вдруг этот человек отдаст мне приказ, который я не смогу выполнить? В случае с приказом по выходу из Донецка было бы именно так. Я знаю, говорит Бородай, что общественное мнение в России считает, что Ходорковский чуть ли не ахметовский выкормыш, а Гиркин святой герой. Но реальная ситуация показывает какие-то другие грани событий. И внутри Министерства обороны ДНР возникло двое власти, а не формальный параллельный совет командиров, который часто пересматривал приказы полковника Стрелкова. В какой-то момент стало понятно, что надломился противник, а не мы, и военная ситуация стала меняться в нашу пользу. Но это пусть он мне не рассказывает, как это было понятно. Тогда Стрелков перехотел уходить и мне пенял, мол, зачем ты меня выводишь, ты хочешь сделать из меня генерала отступления, я хочу запомниться генералом наступления, но был уже не до того, чтобы он мог получить какие-то лавры. Что значит не до того? Это остается. Произошло то, что произошло. На самом деле все это весьма грустно. Я понимаю, что когда вся эта история будет транслирована широкой публике, меня обвинят в том, что я такой завистливый, такая мерзкая сволочь, что полковник Стрелков великий, красивый, могучий. Но я каждое свое сказанное слово могу доказать, кроме тех, что были сказаны в приватных беседах. Но мне все же кажется, что у Игоря хватит достоинства, чтобы все это не отрицать. Это актуальный комментарий 24 ноября 2014 года. Я читаю фрагмент. Есть еще интервью Бородая Проханову. У него там хватает ума это все не затрагивать. Проханов как бы делает два интервью, в котором взаимных обменов ударами нет, но они же есть. А главное не в обменах ударами, я повторяю. Все это было бы чуть-чуть сдвигающим ситуацию в сторону выяснения правды. Но не более того. Если бы не само интервью или беседа Проханова с Стрелковым. Она настолько важна, что я ее зачитываю в качестве отдельного текста. Текст мой называется «Ерехонские трубы. Анализ беседы А. Проханова с Истрелковым». Прочитано на клубе «Содержательное единство» 27 ноября 2014 года. Из Библии.
В Ветхом Завете, книга Иисуса Навина, глава 6, рассказывается об осаде евреями, возвратившимися из египетского плена в Палестину, города Иерихона, который стоял у них на пути. Они осаждали его 6 дней, неизвестно, сколько бы еще продолжалось стояние под стенами и этой крепости, если бы не чудо. На 7-й день священники евреев стали обходить стены города, трубя в трубы, как Проханов со Стрелком. И от этих звуков стены неожиданно рухнули. Анализируя текст беседы Александра Проханова с Игорем Стрелковым, напечатанной в газете «Завтра» 19 ноября 2014 года и названной «Кто ты, Стрелок?», я намерен соблюсти предельную уважительность по отношению к Александру Андреевичу Проханову. И я реализую это намерение, продиктованное несколькими причинами. Во-первых, меня связывают с Прохановым долгие и устойчивые отношения, которые не могли отморочить никакие временные разногласия. Во-вторых, я твердо убежден, что у Проханова есть свои основания для того, чтобы вести со Стрелковым беседу именно так, как он ее ведет. В-третьих, я считаю, что именно этот текст, порожденный талантами Проханова-собеседника, действительно подводит черту под всеми разговорами о Стрелкове, потому что Стрелков наконец-то сам все рассказал. У Чехова было, и он рассказал лошади все. Тут он рассказал Проханову все. Потому что Проханов умеет спрашивать. Никому другому Стрелков бы все это не рассказал. Так что у Александра Андреевича есть историческая заслуга в деле развенчания стрелковского мифа. И я, и многие другие должны быть ему за это искренне благодарны. Говоря о том, что Проханов развенчивает стрелковский миф, я вовсе не утверждаю, что таково намерение Александра Андреевича, скрываемое им от Стрелкова. Я считаю, что Проханов намного крупнее, чем те, кто занимается подобного рода двойной бухгалтерией в ходе интервью с доверчивыми собеседниками. Проханов не занимается провокацией. Он искренне убежден в том, что делает крайне важное дело, спасая миф о Стрелкове, и что это нужно стране, народу, конструктивной элите и так далее. За долгие годы знакомства с Прохановым я убедился, что Проханов является совершенно самостоятельным действующим лицом, и что никто ничего Проханову не продиктовывает, кроме его собственных представлений о том, что необходимо. Так что никто не заказывал Проханову разоблачительного интервью со Стрелковым, и никакого двойного смысла в этом интервью не было. Было другое. Проханов свято верит, что он должен отстоять стрелковский миф. И весь его эмоциональный художественный потенциал искренне мобилизован личностью на отстаивание этого мифа. Но Проханов – аналитик, Проханов – политик, Проханов – бывший технарий, мыслящий человек. Каждую секунду беседы со Стрелковым испытывает отвращение от дикости всего, изрекаемого его собеседником, чей миф он должен сохранять. Поскольку Проханов – художник сильнее, то он вытесняет все это отвращение. Но поскольку отвращение существует, а Проханов художник, то оно возвращается в текст беседы в превращенных формах. Я знаю это свойство таланта Проханова. И много раз обращал внимание на то, что это именно его свойство, в чем-то даже уникальное. А я обращал внимание на то, какие последствия это порождает. Я обращал на это внимание в личных беседах с Александром Андреевичем. Например, есть абсолютно серьезный текст «Трагедия централизма», который создал Проханова как политического журналиста высшего класса. Это давний текст. В этом тексте эмоциональная и художественная сторона прохановской личности находится в полной гармонии с рациональной стороной той же личности. Проханову очень нужно высказаться. Он понимает весь разумный смысл своих высказываний. Его сжигает определенная страсть, он ее сдерживается и высказывается всем собой целиком, не своей отдельной эмоциональной и рациональной компонентой, не одним своим полушарием, а всем собой целиком. Достаточно сухо, при этом страстно, и это порождает блестящий политический язык. А когда две части личности Проханова разорваны, то рождаются другие тексты. И я всегда привожу всем, в том числе самому Александру Андреевичу, самые яркие из них, 90-е годы. Проханов испытывает глубокое отвращение к Думе, в которой есть сильная коммунистическая фракция. И одновременно дружит с Зюгановым и считает, что он должен отстоять миф о Зюганове. В результате рождается такой текст в передовице. «Дума! Стреноженная!» Посаженная на цепь,
бьется головой о дубовые стенки стойла. Проханов не хотел ничего плохого сказать о Думе. Он хотел сказать все хорошее. Но он осуществлял на собой определенное насилие. Дума стреноженная. Однако прохановская сущность, сопротивляясь этому насилию, которое, подчеркну еще раз, осуществляет не какое-то ведомство, что-то диктующее Александру Андреевичу, а сам Проханов, диктуя нечто себе, выдает то, что она выдает, эту сущность. Гротеск. Насилуя себя, Проханов нечто загоняет в подсознание, а загнанное вырывается оттуда в виде первов. Так все обстоит с Прохановым, но в данной беседе важнее всего, конечно, Стрелков, и анализировать я буду прежде всего его высказывания. Конечно же, я не могу при этом совсем не обсуждать участие Проханова в диалоге, тем более, что по мне так оно имеет решающее значение. Но, оговорив то, что я уже оговорил, я могу в предельной степени сосредоточиться на Стрелкове. Разговор Проханова и Стрелкова начинается с обсуждения вопроса, кто из участников разговора в скольких войнах участвовал. Сразу же бросается в глаза, что при этом не говорится, в виде кого участвовал, и не определяется, что значит участвовал. Например, я приезжаю как журналист, освещаю события, или я приезжаю, чтобы написать роман, или я приезжаю как почетный гость, или я, как Клавдия Шульженко, приезжаю, чтобы спеть воинам Великой Советской Армии «Синенький скромный платочек» и другие любимые мне песни. Это, между прочим, очень важное дело, но оно не превращает ни журналиста, ни писателя, ни певицу в субъектов, дающих оценку ходу военных кампаний, природе конфликтов этих кампаний порождающих и так далее, а также в субъектах, вырабатывающих стратегию действий. Это не превращает данных свидетелей происходящего ни в политических советников, ни в военных советников, ни в участников боевых действий. А даже если ты являешься участником боевых действий в качестве, например, командира небольшого повстанческого отряда или рядового члена отряда, твои возможности в оценке происходящего, согласитесь, невелики. У тебя могут быть интересные наблюдения. Если ты человек с определенной живостью мыслей, то ты эти наблюдения можешь как-то интерпретировать. Но ты, говорю условно, замком роты, а не Жуков или Рокоссовский, и даже не начальник штаба. К сожалению, нынешний общественный климат постоянно стирает грани, приводит к недоопределению ролевых функций, компетенций и всего остального. В результате я читаю следующие строки. Игорь Стрелков. Когда распалась Югославия и начался парад суверенитетов республик Сербии, несколько регионов не захотели уходить в мусульманскую Хорватскую Федерацию и подняли восстание. Перед этим говорится, что события описывает участник боснийской войны. Что он описывает и что думают об этом тексте профессионалы, отвечающие за то, чтобы вышел качественный текст, в том числе и за редактуру. Что думает тот, кто следует за ходом моих мыслей? Какие у него на данном этапе развития мысли возникают вопросы, соображения, сомнения и так далее? Может быть, в современном российском обществе уже ни у кого не возникает никаких вопросов по этому поводу? То тогда я задам наводящие вопросы. Как вы считаете, вы, специалисты по ведению войн, специалисты по Балканской войне, студенты соответствующих факультетов, специализирующиеся хотя бы на политологии и также истории и так далее, были ли в Сербии республики с парадом суверенитетов республик Сербии? Существовала ли Хорватская Федерация, является ли Хорватия мусульманской? Я здесь опять говорю, что мальчик такой набриолининный в длинном халате выходит с сигарой, ему лет 10, и почтальон спрашивает, мальчик, говорит, а родители-то дома? Он говорит, сам-то как думаешь? Хорватия – это территория, на которой доминирует вовсе не мусульманство, а католицизм. И этим данная территория отличается от Сербии и Черногории. А значительная часть мусульманского населения была и есть в Боснии. И там действительно были крупные сербские анклавы. И эти анклавы не хотели входить в государство, где большая часть населения споет ислам и католицизм. Значит, мы все-таки говорим не о Хорватской Федерации, а о Боснии. Тем более, что война перед этим названа боснийской. На самом деле, после распада Югославии была война всех против всех. В ней сербы воевали в союзе с хорватами против босняков и против хорватов вместе с босняками. В них одни хорваты, желающие присоединения территории Боснии и Герцеговины к Хорватии, резали других хорватов, а также многочисленных членов смешанных, в том числе хорватских семей, такого присоединения не желавших, являвшихся патриотами Боснии и Герцеговины.
Мусульманская Хорватская Федерация – это гибрид, возникший в сознании Стрюкова, но не существовавший в реальности. В этой реальности никогда не реализованный. В реальности были безуспешные попытки создать такую мусульмано-хорватскую федерацию против сербов. И понятно было, почему попытки провалились. Потому что хорватов и мусульман разделяло даже больше, чем хорватов и сербов. И объединиться против общего сербского врага они могли только на короткое время, не в полном объеме. Но даже мусульманско-хорватская федерация не была мусульманской хорватской федерацией. Она была мусульманско-хорватской, потому что в Хорватии мусульман почти нет. Повторяем, были попытки создать в Боснии и Герцеговине союз проживавших в Боснии мусульман, довольно большая группа боснийского населения, и проживавших в Боснии хорватов гораздо меньшая группа боснийского населения. Я здесь просто хочу уточнить тонкие детали происходившего. Стрелков говорит, это моя пятая война, были две чеченские, Приднестровье и Босния. Мы еще когда-нибудь обсудим, что именно делал Стрелков в Боснии. Это очень важный вопрос. До этого обсуждения будем считать, что Стрелков в Боснии честно функционировал в виде солдата удачи, воюющего на стороне каких-то сербов. Но одно дело солдат удачи, а другое дело начальник, ориентирующийся в политике, или политик, ориентирующийся в военном деле. К сожалению, есть разновидность солдат удачи, а также офицеров удачи, если так можно выразиться, которым кажется, что они уже готовы быть ориентирующимися в политике военачальниками, а потом перейти в разряд политиков, выдвинутых военной средой. Но удачными такие метаморфозы бывают достаточно редко. А желающих стать бонапартами до и больше. Как было сказано в пьесе «Интервенция», улицы полны бонапартов. Имеется в виду псевдо-бонапарт. Трагедия вновь создаваемого государства, в котором роль солдат и офицеров удачи неизмеримо возрастает, именно в том, что эти солдаты и офицеры удачи начинают лезть не в свое дело. Применять в деле военно-государственного строительства или даже военно-стратегического управления плотнейшим образом связанного с политикой навыки солдат и офицеров удачи. Кстати, и пострелял, и свалил. Тоже нам. Пострелял, свалил. Солдат удачи всегда должен свалить. Приказано остаться живым. Это напоминает известный анекдот, в котором журналист задает вопрос спортсмену: «Из какой страны вы приехали?» Спортсмен говорит: «Ну, из этой, как ее?» Смотрит этикетку на пиджаке: «Швеция». Но это спортсмен, и его можно понять. Он приехал на тренировочную базу, там отпахал от и до, выступил в соревнованиях, быстренько сунулся в измочаленном состоянии в какой-нибудь магазин, что-то купил и уехал. Ему что Швеция, что Норвегия. И кто его будет упрекать? Но он же не становится ни шведским политиком, ни представителем какой-нибудь шведской элиты, включая военную, ни даже крупным шведским общественником, определяющим судьбу шведского национального спорта. Приехал, уехал. Дорогие участники разного рода конфликтов, мы очень высоко ценим ваш вклад в поддержку здоровых сил, на стороне которых вы выступаете, и ваш профессионализм. Но мы вас очень просим, оцените рамки своей компетенции и не выходите за них. Не выдавайте желаемое за действительное. Не берите на себя того, что вы просто не можете взять. И лучшим примером правильного поведения в этой ситуации являются визиты Иосифа Давыдовича Кобзона, который духоподъемно поет, зная, что он умеет это делать, и встречается с публикой. И не начинает заниматься тем, в чем он не вполне разбирается. А ведь мог бы, человек очень неглупый, достаточно опытный, побывавший в политике. Но потому он и ведет себя по-другому, что в политике побывал и сохранил чувство ответственности, понимание того, насколько важно не выходить за рамки компетенции и так далее. Не понимал бы я от и до 5 июля, что там происходит и как быстро надо действовать, я бы не сунулся
Но я никогда бы этого не понял, если бы из компании в компанию был политическим советником, советником по безопасности, а не человеком, который бегает с автоматом. Чему я выражаю высочайшее восхищение и все прочее. Стрелков вышел за рамки даже и не понял этого. А все остальное не поняли, чем это чревато. Хотя, казалось бы, на какой-то момент Александр Андреевич понял. Потому что расценивая отставку Стрелкова-Бородая именно как следствие того, что их компетенция не соответствовала той роли, которую они начали исполнять, он говорил правду. Он говорил, да они уже просто пережили себя, их убрали. Так говорил Проханов в начале. Скажут, не боги горшки обжигают, и это правда. Но согласитесь, верно и то, что горшки обжигают гончары. Вы вот сейчас прямо с улицы пойдете обжигать? Хорошо. Нет? И от того, что вы пили с кем-нибудь на фабрике фаянса, вы же не речете? Наполеон Бонапарт, на которого все стрелковые всегда хотят походить, ездил в карете на большие расстояния. Карета была не очень удобной. На коленях Бонапарт держал огромную стопку книг. Карету трясло, и эта стопка ударялась о его тело, что привело потом к тяжелейшим заболеваниям. Это общеизвестно. Попробуйте читать в карете, которую трясет на протяжении, к примеру, 12 часов. Это ведь не современный автомобиль. Но Наполеон не мог не читать, причем все время, потому что он осознавал свою ответственность перед историей, понимал, что он должен соответствовать той роли, на которую его история выдвинула, а он пока только поручик. Он понимал также и то, что будет, если он окажется несоответствующим этой роли, что ему отрубят голову, а его вся команда будет уничтожена. Что случится с тем, что сейчас называют его командой, что случится с его любимой Францией? У Наполеона хватило ума увидеть несоответствие, хватило нравственности ужаснуться несоответствию и хватило воли и самопожертвования, чтобы преодолеть несоответствие. Поэтому он стал Наполеоном. А главное, у него хватило серьезности. Что в нем отсутствовало полностью, так это легкомыслие. Все, что говорит Стрелков, и не он один, пронизано легкомыслием и безответственностью. Сразу вспоминается Хлестаков. Легкость в мыслях необычайная. Там главное, что необычайная. Все определяет словом «подумаешь». Подумаешь – приехал. Подумаешь – возглавил. Подумаешь – наворотил. Подумаешь – свалил. Мозг Стрелкова не вбирает в себя всего того, что рождает ужасающую ответственность за нахождение в ключевой точке мировой истории. Энергия этой истории не входит в его человеческое естество, потому что в этом естестве каналы, по которым эта энергия должна входить, давным-давно закупорены. Сообразно этому все и происходит. И я здесь не о нем одном говорю. Сам Стрелков в своем интервью подобирает себя Денису Давыдову. Ну и что? Денису Давыдову пришло в голову планировать и осуществлять действия, формирующие новый исторический ландшафт. Он себе скакал и скакал. Если бы на его долю выпала такая необходимость, то, возможно, каналы, через которые проходит историческая энергия, открылись бы, он бы изменился и смог бы что-то сделать. Это и называется чудом трансформации под давлением истории, призванностью, как Бекет сказал, где она, честь Бекета? И вот его сделали архиепископом Кантербрийским. Он сказал, вот она, моя честь. Каналы открылись, и энергия пошла. И вся прежняя жизнь кончилась. Это страшная преобразующая сила. Рахмонов был, Эмомали Рахмонов, был представителем колхоза в Кулябском районе. Он очень колебался, идти воевать или нет. Абсолютно рядовой человек. Его привели на место, где пытали людей, и показали совсем маленького ребенка с содранной кожей, живого, он еще кричал. Он молча долго смотрел, взял автомат и пошел. И это был уже другой человек. Абсолютно. Со Стрелковым это чудо не произошло. В романе «Живые и мертвые» Симонова описан лейтенант, который волею судеб и быстрых социальных трансформаций стал командовать авиацией округа. Авиация была разгромлена.
Лейтенант, он же генерал, командующий авиацией округа, успел поднять самолет, сбить еще одного мессера, после чего он выпрыгнул с парашютом, сломал позвоночник и, лежа на земле, ждал прихода немцев, надеясь еще раз выстрелить в них и застрелить себя. В этот момент у него запоздало открываются эти самые каналы. Он чувствует историческую ответственность и проклинает себя за то, что стал генералом, внимание, в сущности, оставаясь старшим лейтенантом. Повторяю, Симонов не всегда лучший писатель, но тут хороший. И стал генералом, в сущности, оставаясь старшим лейтенантом. Тут главное слово «в сущности». Стрелков говорит с Прохановым и не ощущает никакой исторической ответственности за то, что он занял место, вцепился в это место, вытворял бог знает что, в сущности, оставаясь тем, кто требованиям этого места катастрофическим образом не отвечает ни с какой точки зрения. Он говорит там в интервью, что он искал политических лидеров, он врет. Пономарев ему был плох, все были плохи. А сам-то. Вот в чем урок стрелковщины. Обсудите этот урок, никого не оскорбляя особенно, но при этом говоря правду в глаза. И общество извлечет из урока то, что необходимо. Но любите общество, но имейте к нему два чувства – уважение и жалость, сострадание. Обсудите урок по-человечески. И оно ответит вам, если не сразу, то потом, той благодарностью, которой отвечает, в общем-то, еще достаточно просвещенное и живое общество людям, которые с ним разговаривают без презрения. Не как с идиотами, которых надо только хвалить или гонять вот эту всю пену мифов. Ну, поговорите всерьез. Мы с вами два существа в беспредельности. Да, мы сошлись и разойдемся. Бросьте во что он, возьмите человеческий. Но если вы пропустите этот урок, даже не заметив трагизма произошедшего, то любая беседа с провалившимся на уроке учеником, на уроке истории, я имею в виду, таким как Стрелков, неизбежно приобретет фарсовый характер. При этом фарсовость самой беседы будет сочетаться с трагизмом контекста. Под контекстом я здесь имею в виду пролитую кровь, потерянные территории, упущенные исторические возможности и так далее. Контекст не превратит фарс даже в трагифарс, он только усилит фарсовость. Вот тот тип осмысления неких несоответствий, которые предлагаю в качестве методологического ключа к пониманию случившегося. Кто-то может сказать, что я цепляюсь к мелочам. Я не цепляюсь к мелочам. Не вопрос тут, сейчас, как увидите, только там, какие там конкретно были федерации. Я уже написал большую статью, в которой сказал там «герои-назначенцы». Я действительно считаю, что я сейчас говорю о самом главном, что это касается не только Стрелкова, а каждого здесь сидящего, всей страны, всей нации, всей молодежи, всех эталонов поведения, всех запросов к себе. Не может быть вот этого героя мелюзги для другой мелюзги. Нужно возвышающее начало, взыскующее напряжением, к чувству внутреннего неудовлетворения и напряжением воли к преодолению, вызванным вот этим, ну кто ж ты такой, смотри, вот твоя страна и ты, блин, я должен стать другим. Это сейчас необходимо. Возникла абсолютно трагическая ситуация. Россия враг номер один, территория резко меньше, чем была когда-нибудь. Как бы социальный контекст можно не комментировать, да? Во-первых, прошу набраться терпения и увидеть, что этих мелочей так много, и они носят такой вопиющий характер, что без их анализа вообще ничего нельзя понять. Что имеет место, как можно выразиться, если использовать музыкальный термин, крещендо этих, прошу прощения, мелочей. Там все как нанизано на некий шампур и состоит из мелочей. Во-вторых, Чехов человек и гениальный, и мудрый, что не одно и то же. И он настаивал на том, что мир гибнет из-за мелочей. В-третьих, все мы отнаблюдали, как из-за стрелковских мелочей мир чуть было не погиб. И русский, и не только.
А потому давайте хотя бы в память павших и искалеченных проникнемся серьезностью и ответственностью случившегося и начнем с деликатного отношения к таким мелочам, как ролевые функции. Начав же с этого, перестанем жонглировать цифрами. У меня это такая-то война, у меня это такая-то война. И честно скажем себе, кем были на таких-то войнах? Какие вопросы решали? Что находится в рамках и за рамками компетенции? В Приднестровье, рассказываю об этом впервые, я оказался в составе делегации, состоящей из патриотических мыслителей и просто патриотов. Члены этой делегации своим приездом подняли дух приднестровцев, честь им за это и хвала. Но, к моему глубокому сожалению, никто из членов делегации не понял тогда, что необходимо немедленно определенным образом ставить вопрос в Верховном Совете, что надо прервать эту поездку, схватить этих приднестровцев, вести их в Верховный Совет к Хизбулатову и другим, и подавать вопросы, что счет идет на дни, что если вовремя не поднять вопрос в Верховном Совете, Приднестровье погибнет. И что если с этим опоздать хотя бы на неделю, то все, конец. А значит, в отрыве от этого политического действия все операции по подъему духа, мало говоря, недорого стоят. Я здесь буду поднимать дух, а все будет там сворачиваться. Но члены делегации предвкушали главный пиковый момент своей поездки. Они хотели по одному выйти на мост и погулять под пулями молдавских снайперов. Гулять под пулями снайперов невозможно. Под ними можно ползать, имея определенные навыки, определенным образом укрываясь. А гулять под пулями снайперов можно только в случае, если снайперы участвуют в представлении, суть которой состоит в том, чтобы не попасть в тех, кто гуляет. В противном случае они попадают с первого раза. И, между прочим, 6 раз в минуту. В лучшем случае такие действия называют гусарскими. Но это тогда, когда по тебе палят не снайперы, а обычные солдаты, а ты прогуливаешься по брустверу. В случае снайперов это даже не гусарство. Я не знаю гусара, который будет прогуливаться, зная, что, так сказать, у противника лежит кукушка, да? Так называют снайперы. Да? А в случае снайперов это даже не гусарство, а либо-либо. Что именно либо, я даже говорить не хочу. Например, хозяевам снайперов предлагается на выбор, что именно они должны сделать, с кем именно из прогуливающихся. Да? Не хочу подробнее описывать сюжет. Прошло больше 20 лет. Тогда удалось повернуть процессы в Верховном Совете, привезя туда простых женщин, устроив несколько типов акций, от встреч с руководителем Верховного Совета до выставок и мини-демонстраций внутри Верховного Совета. В итоге помощь Приднестровью была оказана. Процесс в Приднестровье был повернут. И когда я говорю, что мы повернули процесс в деле ресоветизации, что мы повернули процесс в деле гражданского противостояния, что мы повернули процесс в деле традиционных ценностей и что мы повернули процесс на Юго-Востоке, я знаю, что я говорю. Вспоминая это, я задним числом понимаю, что большинство из членов делегации ощущало себя абсолютно неадекватными задачей изменения хода политического процесса, и в этом главное. Они рассуждали про принцип, где я, где этот политический процесс. Вот я могу, да, прочесть лекцию, да, а могу еще вот выйти на мост. Ну что я еще могу? Я все готов сделать, но этого-то я заведомо не могу, потому что нет ни компетенции, ни этого, ни этого, ни этого. Они готовы были выйти на мост, им это даже нравилось, потому что это подымало их в собственных глазах. И это было адекватно тому человеческому потенциалу, которым они располагали. А поворот политического процесса это было не про них. И историческая энергия, пронизывавшая пространство, не открыла в них каналы исторической ответственности, а напротив, мобилизовала легкомыслие, как, между прочим, всегда бывает. Еще одно отступление. Если вы вызываете балерину, говорите, проникнись по-настоящему, Гродина гибнет, и надо ее спасать. Что балерина будет делать? Она будет делать все свои ПДД быстрее, да? Что она будет делать? Искать методы создания атомной бомбы? Как, между прочим, всегда бывает, потому что либо мобилизуется ответственность, и ты сущностно меняешься, либо ты в сущности остаешься тем же старшим лейтенантом. И тогда ты кидаешься в самолет или хватаешь автомат и бежишь, стреляешь по немцам, вместо того, чтобы управлять штабом, штабом армии, которая тебе верена, военно-политическим штабом. Это уж как распорядилась история. Я обращаю внимание на то, как в тексте, ведь мы сейчас обсуждаем именно текст, вдруг начинает просвечивать что-то сущностное.
Как все начинается с небольшого патетического сгущения красок. Такая-то по счету компания, такая-то. И не оговаривается все, что связано с компетенцией. Быть в такой роли, в которой могу быть профессионально, а вот в этой роли я не могу быть профессионально. Как дальше? Начинается путаница в том, какие субъекты между тобой конфликтовали в ходе той войны, на которой ты был. И это понятно, потому что если ты на ней был рядовым солдатом удачи или организатором снабжения небольшого повстанческого отряда, что я высказываю в качестве предваряющей гипотезы, то какая нафиг разница, как им называлась страна и кем ты там конфликтовал? Босния. Это не по твоей части. Кстати, у Стрелкова балканская тема не сводится к отдельному высказыванию, в которое могла вкрасться элементарная отпечатка или там, неясность речи. Я не хочу этого выпячивать в качестве чего-то особенного. Стрелков проводит параллель между тогдашней ситуацией в Югославии и нынешней ситуацией на юго-востоке Украины. Он утверждает, что тогда сербские восставшие регионы, не хотевшие оказаться в чужой стране, подавлялись вооруженной силой мусульман и хорватов. Да, иногда мусульмане и хорваты действовали вместе, иногда все происходило по-другому, но это не главное. Тут все так. Главное в том, что, как говорит Стрелков, спасая сербов от этого подавления, к ним на помощь пришла Югославская народная армия, ЮНА. Но эта армия, как утверждает Стрелков, была остановлена в трех точках. Он их называет. Под Сараево, где мусульмане действительно били и резали сербов. Под Вуковаром, который находился не в Боснии, а в Хорватии, где сербы резали хорватов. И под Дубровником, который находился не в Боснии, а в Хорватии, где мусульман заведомо не было, осада которого войсками ЮНА была до войны в Боснии, который был сильно разбомблен войсками ЮНА, просто помню результаты этих бомбардировок, и так далее. Далее Стрелков утверждает, явно конструируя на пустом месте и с далеко идущими целями параллель между Югославией и Донбассом, что в этих точках ЮНА остановилась потому, что была угроза ввести войска НАТО, если ЮНА не остановится, и что армию вывели, оставив вооружение сербам. Стоп. Если сербам оставили очень много вооружения, и они фактически составляли, ну уж никак не критическое меньшинство населения анализируемых регионов, то почему сербам в отсутствии поддержки их противников со стороны НАТО было бы не победить своих противников, если их много, они воодушевлены и им отдали очень много оружия? Почему им не победить? Численность населения позволяет победить, количество оружия позволяет победить, вмешательства НАТО пока нет, ради того, чтобы его не было, ЮНА отходит. Так в чем дело? Она что, оставляет их безоружными? Задавая этот вопрос, я всячески подчеркиваю, что мои симпатии, да и не только симпатии, постоянно находились, находятся и будут находиться на стороне сербов. Итак, обратим внимание на то, что та балканская ситуация искусственно запараллеливается Стрелковым с нынешней ситуацией на Юго-Востоке. И что, осуществив такое запараллеливание, Стрелков далее говорит, дай бог, чтобы ситуация на Юго-Востоке не развивалась так, как развивалась ситуация, с которой я провожу параллель. Я здесь чуть-чуть корректирую фразу Стрелкова, чтобы она была литературной и внятной. Потому что, говорит Стрелков далее, когда ЮНА вышла, сербы, внимание, не смогли организоваться. Вот вам и определенная философия в чистом виде, излагаемая солдатом удачи. Почему сербы не могли организоваться? С чего бы это, собственно, и откуда ЮНА может знать, уходя, что они не смогут организоваться? И кто несет ответственность за то, что не может организоваться? И что нужно делать? Надо допустить вот НАТО, вступить в кровавое сражение с войсками НАТО, то есть действительно противопоставить сравнительно малочисленной и маломощной относительно югославской армии всю военную мощь Объединенного Запада? Почему? Потому что кто-то не может организоваться? А может быть, проще сделать так, чтобы он смог организоваться? Последствия это бы очевидны, тогдашняя Россия никогда бы в это не включилась. Сербский народ был совершенно не готов к таким испытаниям. Сербская элита их не хотела. Так значит, всего лишь надо было сделать так, чтобы сербы смогли организоваться. И этим предотвратить неминуемое поражение, превратить его в полноценную, объемную, многоуровневую победу. А тупое лобовое столкновение вело к поражению. Выигрывать нужно было многомерную гибкую войну или гибнуть. И что, ее нельзя было выиграть? Можно было выиграть.
Но этого, видите ли, нельзя было сделать тогда на Балканах. А поскольку вся балканская тема нужна Стрелкову только для того, чтобы обсуждать Донбасс, то это, видите ли, нельзя сделать и сейчас. Параллель очевидна. Вы проиграете мир. Он не нужен. Все, что там существует, импотентно. Оно не способно организоваться. Оно не будет организовываться. Поэтому вводите войска и заваливайтесь во все, что из этого вытекает. Вот тут мы сталкиваемся не с небрежностями, к которым можно относиться по-разному, а с политической философией. Есть народ. У этого народа есть оружие. Но он не может организоваться и поэтому терпит поражение. Но в том, что он терпит поражение, еще раз обращаю, что он терпит его не потому, что ему противостоит неспособимо более сильный противник, а потому что он только не может самоорганизоваться. Виноват не народ, а ЮНА, читай Российская Федерация. Мы же обсуждаем Донбасс, которая где-то там почему-то остановилась. И ясно почему, потому что ее припугнули, она поджала хвост, там миллиарды, Задним числом очевидно, что в случае России это было совсем не так. Любой компетентный эксперт знает, что дело было не в том, что кого-то чем-то припугнули, иначе не было бы того, что сейчас есть. Но я здесь пока что обсуждаю не реальность, а политическую фантазию. Она же псевдомодель, сооруженную мозгом солдата удачи. И силу обстоятельств, чуть ли не превращенную в реальный политический фактор. Есть 7 миллионов жителей Донбасса, желающих сражаться за свою свободу против бандеровцев, ущемляющих их фундаментально ужасно важные для них права, в том числе и право на общую с Россией судьбу, на специфическую украинскую русскость, на русский язык и на многое другое. Этот народ восстает, ему дают оружие, причем в количестве вполне достаточном для сопротивления, но он не может организоваться, терпит поражение, а виновата в этом и Россия, которая не ввела войска. Еще раз обращаю внимание, народ в этой модели терпит поражение не потому, что на него навалился несопоставимый по силе противник, например, все НАТО. Он терпит поражение потому, что он не способен организоваться. А почему он не способен организоваться? Что это за категория? У него плохая генетика, плохие лидеры. Ведь не все народы не способны самоорганизоваться. В Карабахе армяне самоорганизовались и, будучи в меньшинстве, отстояли то, что считали ценными. В Абхазии, в Осетии, в Приднестровье организовались, отстояли. На Кипре то же самое. И мало ли еще где. Вся история новообразованных государств, сформировавшихся в 20 веке, да и ранее, это история народов, которые сумели самоорганизоваться. Так почему же в данном случае не бросить все силы на то, чтобы самоорганизоваться и победить? Почему заведомо надо предрекать, что самоорганизация невозможна? Программировать народ на несостоятельность. Я понимаю, как трудно там победить. Но значит, нужно нечеловеческое условие, чтобы помочь им самоорганизоваться, чтобы сделать все для этого. В этом задача всего гражданского общества России, российского государства, всех. Так почему надо отказываться от этой сложнейшей задачи, которая несет за собой огромное количество последствий, во имя чего? Во имя того, чтобы туда влезть, получить рядом войска НАТО, а навсегда территорию, на которую ты влез, чтобы назвали оккупированной. Вот как в Израиле. Да? И потом, спустя 40 лет или сколько, уходи от того потенциала, который был у Израиля в международном сообществе. Нет, значит, все равно уходи. Мы не влезли во Вьетнам и победили. Американцы влезли и проиграли. Почему нужно отказываться от сложных, требующих ума и воли моделей ради моделей солдата удачи, которые вроде бы простые, два прихлопа, три прихлопа, а в итоге абсолютно губительные и, главное, полностью просчитанные американцами? Подчеркну еще раз, возмутительно, когда эти народы раздавливают немыслимо происходящих мощь супердержавы, например, США или Британская империя, раздавившая маленькое государство буров в начале 20 века. Помните, Трансваль, страна моя-то вся горишь в огне. Если бы войска НАТО вторглись на территорию Донбасса, то надо было бы отвечать всей мощью российских вооруженных сил. Но историческая ответственность не в том, чтобы это допустить, а в том, чтобы избежать такого вторжения любой ценой и при этом выиграть.
Кстати, в итоге буры довольно быстро освободились. И не только они. Даже когда маленький народ сопротивляется несопоставимо большей силе, но сопротивляется яростно и продуманно, сила терпит в итоге поражение. Потому что на стороне ее противника правда. И все то, что правда порождает. А правда – это могучая сила. Не только сама по себе. Вот правда, правда и все. Она многое порождает. Если у народа есть ценности, которые он по-настоящему хочет отставить, то он в итоге самоорганизуется и оружие добывает. А уж если ему это оружие оставили, и если нет суперсильного противника, про которого можно сказать, против лома нет приема, тогда и подавно. Проханов понимает, что Стрелков говорит что-то не то, и быстро переводит разговор на другую тему. Проханов: но там фактор насилия, натовские войска, контингент, начались бомбежки. То есть Проханов говорит о том, что там включилась супердержава под названием США и пообещала, это я скромно развиваю мысль Александра Андреевича, бомбить сербов в Средневековье. Начались варварские бомбардировки, осуществляемые в отсутствии адекватной противовоздушной обороны. Элита страны, да и народ тоже, не захотели вести очень высокоиздержечную войну. Хотя, конечно, могли. Когда был введен в итоге сухопутный контингент НАТО, ЮНА могла нанести этому контингенту непоправимый урон. Они бы бежали оттуда, но последствия были бы ужасны. Короче, сербами тогда был сделан такой выбор, который им продиктовали их приоритеты, их ценности, их народное мнение, их состояние общества. Угроза того, что тебя бомбят в Средневековье, для данного народа оказалась избыточной. Вовсе не осуждаю народ. Говорю о том, что все случилось по его воле и в условиях колоссального несоответствия его сил силам объединенных сверхдержав. А в Афганистане все имело место. И бомбардировки, и несоответствие сил. Только вот народ был настроен иначе. И не очень боялся, что его бомбят в Средневековье, потому что, по большому счету, он оттуда никогда не выходил. Но вернемся к тексту беседы Проханова и Стрелкова. Проханов, как я уже сказал, поняв, что Стрелков с Балканами тащится куда-то совсем не туда, резко меняет тему. И Стрелков не успевает развить до конца свою псевдомодель, она же фантазия. Но в дальнейшем Проханову не удается уберегать Стрелкова от полного развития собственных фантазмов, что и приводит к неким абсолютно убийственным результатам. Будучи уведенным от балканской темы Прохановым, Стрелков начинает рассказывать, как развивалась славянская эпопея. Рассказывает о том, как поначалу все было низкоинтенсивно, как потом интенсивность начала понемногу нарастать с украинской стороны, как потом украинцы пустились во все тяжкие. По мнению Стрелкова, и он все время говорит, украинцы действовали, все более и более активно понимая, что Россия не отреагирует. Стрелков считает, что окончательно украинцы в этом убедились в начале июня. У меня совершенно другое представление о логике украинских действий. Но я здесь хочу анализировать только позицию Стрелкова. В конце концов, есть такое произведение Лермонтова «Бородино», где старослужащий, участник Бородинского сражения, которого автор зовет дядя, делится очень ценными соображениями с новобранцем. Причем, заметьте, старослужащий делится соображениями, находящимися в рамках его невысокой компетенции, и при этом предельно ценными. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики. Старослужащий дядя, который все это описывает, не рассуждает о стратегии императора Наполеона и его русских противниках, о более или менее растянутых коммуникациях, о том, англичанка гадит или не гадит. Он находит в центре своей компетенции, потому дает точные ценные сведения. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. От Стрелкова, как участника событий, можно было ждать чего-то сходного. И тут он реально может быть интересен, если, конечно, его сведения достоверны. Но Стрелков не хочет делиться с читателями газеты «Завтра» своими воспоминаниями так, как старослужащий делится своими воспоминаниями о Бородино с новобранцем, дабы ли люди в наше время. Нет, Стрелков хочет, выйдя за рамки компетенции, философствовать и политизировать происходящее. При этом постоянно клянется, что он никогда не будет врать. Кстати, когда так клянутся, возникают вопросы. Они всегда возникают, если кто-либо начинает говорить о себе самом нечто в духе, как я правдив, как я стоек и так далее. В романе Джека Лондона «Лютый зверь», рекомендую прочитать, боксер, обнаруживший, что все насквозь прогнило, и все результаты поединков определяются командой мошенников, играющих на тотализаторе, обращается к публике и говорит, почему каждый боксер из кожи вон лезет, чтобы доказать, как он честно дерется? Почему у них у всех такие прозвища? Честный Джон, честный Билл, честный Блэксмит и так далее. Разве вам не кажется, что они чего-то боятся? Если человек бьет себя в грудь и во все горло кричит, что он честный, то вы, наверное, подумаете, что тут что-то неладно. А когда профессиональный боксер норовит втереть вам в очки, вы что, уши развешиваете? Смените тут боксера на другую профессию.
Один патриотический и непрозападно настроенный, очень крупный деятель Горбачевской эпохи, раз я уже сказал не прозападно, значит не Горбачев, понятно, да? При каждой встрече со мной говорил: вы видите в моих глазах стальную несокрушимую волю? Посмотрите на в глаза. Вы ее видите? Вы чувствуете волевой характер эту руку пожать? Вы чувствуете эту руку? Вы почувствовали? Становился как-то не по себе. В итоге этот деятель повел себя отнюдь несообразно тому образу, который он хотел заложить в мой мозг, используя для этого слишком уж упрощенные средства. Лучше всего, когда твои свойства вытекают из поступков. Несколько хуже, если они вытекают из твоих речей в виде собственного вывода, который делает тот, кому эти речи адресованы. А когда все впаривают напрямую, я честен, я стоек и так далее, дело дрянь. И мне казалось, что к 2015 году в России это все понимают. Итак, Стрелков все время философствует, проводя рискованные параллели между событиями на юго-восточной Украине и некими восстаниями сербов против мусульман, угнетавших сербов на территории то ли Боснии, то ли Хорватии. И он все время все политизирует, сваливая на Россию вину за активизацию бандеровцев. Мол, становилось все хуже, потому что те начали понимать, что Россия не отреагирует, стало совсем плохо, когда уверились, что Россия напрямую не вмешается. Согласитесь, это очень невзрослый подход, в рамках которого Донбасс сам по себе бессубъектен, как бессубъектные сербские анклавы. Причем бессубъектность эта, смотри выше, выводится из факта очевидной неспособности организоваться. Ну, понятно же, что это время не организуется, поэтому вы, Сергей Иванович, почему вы не пригнали какие-то части, чтобы они стали рядом с ней, не сделали это не так? А почему она должна не самоорганизоваться? Почему? Причем бессубъектность выводится из факта очевидной неспособности организоваться. Каковая вообще ничем не объясняется. Она просто констатируется и все. Вот такая философия политология, сопровождаемая заявлениями об абсолютной честности, а также некими противоречивыми заявлениями. Вот один из примеров. Стрелков. Батальоны Нацгвардии стали прибывать на поле боя. Они изначально были мотивированы, рассматривали противника, то есть нас, как московских наемников. Они были уверены, что все мы присланы из России. А в то, что у нас в Славянске на 90% были местные донбассы, не хотели верить. Запомнили эту фразу? У нас в Славянске было на 90% местные донбассы. А вот другой фрагмент Стрелкова. На спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы все кончило. А практически механизм, маховик войны, который до сих пор идет, запустил наш отряд. Мы смешали все карты на столе, все. И с самого начала мы начали воевать всерьез, уничтожать диверсионные группы правосеков. И я несу личную ответственность за то, что там происходит. За то, что до сих пор Донецк обстреливается, я несу ответственность. За то, что Славянск оставлен, конечно, я несу ответственность. И за то, что он не освобожден, я тоже несу ответственность. Я не понял, 90% донбассцев, маленький отряд, но все запустил он. Параллельно говорится, ведь у меня был приказ не сдавать Славянск. Повторяю, у меня был приказ категорически не сдавать Славянск. А когда я сообщил о том, что намерен выйти, мне несколько раз повторили приказ не выходить, оборонять Славянск до последнего. Двоеточие кавычки. Вас обязательно деблокируют. Обороняйте Славянск. Это говорили ему. Спрашиваю, чем поможете? Молчание. А у меня 1000 человек и 1000 членов их семей. Положить их я права не имел. Поэтому я принял решение на прорыв. Потом такое же он говорит про Донецк. У него была 1000 человек и 1000 членов их семей. Почему 1000? Он что, атаман? Ну хорошо, Славянск, а Донецк, он говорит то же самое. Или он министр обороны государства, он должен заботиться о 1000 своих людей. Кстати, в других местах он говорит, что их больше. Или обо всем мирном населении, обо всех ополченцах, по отношению к которым он министр. Вот вам в чистом виде мышление солдата удачи. Подчеркиваю, он говорит это не только про Славянск, но и про Донецк. Я это докажу. В основе всего, что я говорю и делаю на протяжении последних 20 лет, лежит теория регресса. Согласно этой теории, граждане России СССР в существенной своей части променяли первородство советского проекта на чечевичную похлебку западных битком набитых прилавков.
Сразу же после совершения этого метафизического падения началось все остальное. Падение стало приобретать концептуальный, идейный, смысловой, культурный, социальный и, наконец, бытовой характер. Регресс разрушает все пространственно-временные характеристики психики. Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность, что у нас зачем. Теряется последовательность во времени, теряется соотношение событий в пространстве. Регресс разрушает всю критериальность. Плохо, хорошо, а черт его знает. Все системы ориентации и так далее. Я не хочу сказать, что регресс все это уже разрушил в России полностью. Я хочу сказать, что это понемногу он это подтачивает. И что мы имеем дело с большей или меньшей поврежденностью всех подсистем. Причем наша задача с этим бороться. Бороться яростно из последних сил. И уж как минимум не потакать этому. Бороться же с подобными вещами можно только отстаивая критериальную четкость и окончательность. В этом повседневная тактика наших сражений с врагом, желающим добить России. Что же касается стратегии, то она проста и невероятно сложна одновременно и сводится к одному слову – искупление. Грех метафизического падения надо искупить. И если его искупить по-настоящему, то прекратятся все остальные падения, а возможно начнется и восхождение. Если бы я из этого не исходил, то вряд ли стал бы заниматься многим из того, чем занимаюсь. И уж точно не поехал бы в Донецк и не стал бы выступать там, против Стрелкова с его обозленными отрядами. И, наконец, если бы я из этого не исходил, то заведомо не стал бы так разбирать беседу Проханова и Стрелкова, потому что я привел бы просто одну цитату, в которой сказано: «У меня был приказ категорически не сдавать Славянск. Мне несколько раз повторяли приказ не выходить, оборонять Славянск до последнего. И я спросил бы, товарищи, а также господа белогвардейцы, вам все ясно или не все?» Аристократы. Брестская крепость сопротивлялась, несмотря на то, что ее никто не обещал деблокировать. И ей никто не говорил оборонять без Брест до последнего солдата. Командир любого подразделения, царской или советской армии, получивший приказ оборонять такой-то пункт до последнего, этот приказ не выполнивший, был бы расстрелян. Любой народ, который не пережил метафизического падения и яростно ориентирован на победительность, отреагировал бы на данное высказывание с таким презрением, в котором потонули бы все стрелканутые, и уж, конечно, в первую очередь сам автор высказывания. Где же мы находимся на карте, если это уже сказано, а реакции нет? Кто вы, отставные офицеры, слышащие эти слова? У Лермонтова мать одного из воинов, который даже не получал приказа стоять до конца, а просто бежал в условиях разгрома, спасаясь от врага, проклиная сына, говорит: «Ты трус, ты раб, и мне не сын». Но поскольку страна пережила метафизическое падение и регресс, то нельзя рассчитывать на естественную реакцию предельного отвращения. А надо это до предела подавленную регрессом реакцию восстанавливать. Но вы уж будьте добры и сами-то это делайте. И потому надо по 20 раз доказывать, что герой – это герой, предатель – это предатель, подвиг – это подвиг, а паскудство – это паскудство. И если эту реакцию не восстановить, Россия будет уничтожена в несколько ближайших лет. Но для того, чтобы эту реакцию восстановить, нужно как минимум, чтобы люди, отвечающие за духовное здоровье нации, не подавляли эту реакцию своими восхищениями, своей всеядностью, своими похлопываниями по плечу, своими восторгами, своими умилениями. И уж как минимум не ставили знака равенства между своим восхищением, подвигом героев Брестской крепости или Севастопольской обороны, железной волей товарища Сталина или товарища Жукова и такими вот рассуждениями, автор которых, однажды пав, может или искупить падение, или падать все ниже в инферно, и потому лгать, кокетничать, красоваться. Пусть он падает сколько хочет и куда хочет, ибо человеческая воля свободна. Но нельзя скверно и предельно грешно позволять ему тянуть за собой каких-нибудь граждан России, и уж тем более ее молодежь. Это скверно и грешно вообще, и это вдвойне скверно и грешно в условиях регресса, породившего повышенную податливость в вопросах,
который в конечном счете, прошу прощения, всегда являются производными от одного единственного вопроса. Вопроса об обладании или не обладании честью. Честью. В 91-м, в 93-м и когда угодно еще в любых годах. Честью и все. Можно кривляться сколько угодно и молотить под белого офицера или под спартанца. Но честь остается честью, а бесчестие – бесчестием. И никакие кривляния не помогут скрыть проказу бесчестия, который сам же ты, наконец, демонстрируешь обществу, заголяясь. И если при этом какие-то люди, носившие на плечах погоны и дававшие присягу, начинают эту язву прокаженного, язву омерзительного бесчестия именовать Иерихонской розой, в своей петлице, при том, что Иерихонская роза – это кусок дерьма, надо знать, то налицо соучастие в растлении поколения, которому придется воевать, придется выполнять приказ стоять насмерть, придется кровью своей избывать бесчестие тех, кто соучаствовал в метафизическом падении, его последствиях, а потом еще рассуждал на тему о том, что мы, где мы метили в коммунизм, а попали в Россию и так далее. Ты рассуждаешь? Красуешься, живешь, а потом мальчишкам надо умирать, чтобы искупать последствия твоего красования. Но одно дело красоваться лет 20 назад, будучи философом, я говорю об Александре Зиновьеве, и совсем другое дело в 2014 году давать санкцию на расстреление молодежи, называя героем, мессией и еще Бог знает кем человека, произнесшего приведенные мною слова, которые я процитировал буквально. Произнесшего эти слова и прямо засвидетельствующего тем самым, что он является изменником Родины. В чистом виде. Военным преступником, предателем. Тлением и смрадом проникнуты все эти признания Стрелкова. А будучи проникнуты всем этим, они не могут не содержать в себе концентрированной лжи, сопровождаемой кокетливыми восклицаниями о том, что лгать напрямую я не буду, категорически не хочу. Итак, Стрелков заявил, во-первых, что он предатель, нарушивший приказ, а значит и присягу. И всякие слова «чай», «приказ», «что» и «как» я это обсуждать не буду. Он сказал. Об этом поговорим в деталях через 10 лет. Он сказал. Он заявил об этом напрямую и потому, наверное, должен быть объявлен героем. А еще он заявил, что занесет за это всю ответственность. Чем он отвечает? Чем? Я долго возился с одной небесталанной политической активисткой, считав, что будучи поэтессой, она должна быть демонической личностью. Наконец-то активист совсем запуталась. И на все мои вопросы о том, что ты хочешь, глаголом «жечь сердца людей», быть талантливым политическим журналистом и так далее, кричала только одно: «Хочу кривляться! Хочу кривляться! Хочу кривляться!» Но она, по крайней мере, кричала, что хочет кривляться. А Стрелков, кривляясь на все лады, хочет, чтобы этими кривляниями умилялись, расценивая их как высшую пробу подлинности и героизма. Не будет этого до тех пор, пока Россия не погибла до конца. А она не погибла до конца потому, что нашлись люди, готовые платить кровью за все кривляния Стрелкова, этой кровью отвоевывать хотя бы часть данной им территории. Стрелков говорит, что он за это все отвечает. И что здесь и есть его рук дело, его мания величия. Что является делом его рук? Массовые поставки оружия восставшему Донбассу, которые, подчеркну еще раз, осуществляло гражданское общество. Массовые неброски героизма ополчения второй волны, которые зачем-то называют отпускниками, прекрасно зная, что такое определение ополчения второй волны нужно сегодня только врагам России. Стрелков. Выйдя, мы 40 суток держали Донецк до прихода отпускников. Стрелков же. И на момент прорыва отпускников у меня был батальон КЭП рассечен на две части. Александр Проханов. Выравнивание фронта и бросок на Мариуполь. Это все только отпускники делали или ополченцы тоже участвовали? Игорь Стрелков. Отдельные подразделения ополчения были им подчинены, но в основном на Мариуполь наступали отпускники. Когда они ушли, зыбкая оказалась и линия фронта, и возможности. Опять ушли зыбкой, все оказалось зыбким. Они ушли, бросили. Вот ребенок, мама ушла. А у меня жена ушла на последний сеанс, 18:45.
Во-первых, да, продолжает Стрелков. Во-первых, Мариуполь был пустой. Там двое суток не было украинских военных. Можно было взять без боя. Но был приказ не занимать. Не просто приказ остановиться, а приказ ни в коем случае не занимать. Также Волновахо можно было занять. Почему я и говорю, что события похожи на события в Краине. Там Югославская народная армия остановилась буквально за шаг до решающей победы. Он линию тянет. Образованный. Итак, подвиг тех, кого мы называем ополченцами второй волны, кто теперь назван в данной беседе отпускниками, обесценен. Сказано, что им приказали не занимать Мариуполь и другие населенные пункты. Стрелков продолжает последовательно дискредитировать Россию по всему кругу вопросов. Последовательно сдавать российские национальные интересы. При этом все время говорится, что есть какие-то две российские властные силы, одна из которых хорошая, и Стрелков Димон на нее молится, а другая плохая. И он негодует. Последнему идиоту при этом понятно, что если хорошая сила передает плохой силе все полномочия по поводу управления процессами в обсуждаемом регионе, то почему эта сила хорошая? Это первое. Второе. Описанная картина невзятия городов порождена тем, что плохая сила отдавала приказы военным остановиться. Но те, кого Стрелков называет плохой силой, никаких военных приказов не отдают. Так значит, они... Это плохая сила, с которой Стрелков воюет, постоянно молочит голову хорошей силе. И что же за хорошая сила, которой можно так манипулировать? И сколько времени вообще, спрашиваю здесь сидящих и тех, кто находится за пределами этого зала, будет длиться постыдный балаган на тему Стрелков за Путина? Кого он может убеждать после этой статьи? Стрелков в той же мере за Путина, в какой он честен, героичен и все прочее. И, наконец, третье. Встанем на позицию Стрелкова и начнем рассуждать о подпускниках, которым отдавались приказы, все, у чего Мариуполь не был взят и так далее. И тогда, встав на эту позицию, которую я отрицаю, но рассматриваю, потому что это позиция того, кого я должен анализировать, спросим себя, а Стрелков-то откуда все это знает? А? Вот этот вопрос не возникает у профессионалов. Если его версия верна, а мы это категорически отвергаем, если его определения точны, а мы это отвергаем столь же категорично, то он, не являясь тем, кого он относит к категории отпускников, и уж тем более никак не руководя этими отпускниками, о чем он сам говорит, по определению не может знать, коль скоро это касается абсолютно отделенной от него сферы работы тех, кого он так именует, что там было на самом деле. Так значит, он просто сливает сплетни. Чьи сплетни? Любая горячая точка начинена сплетнями. Или же он оказался в контакте с кем-то, кто пожелал поделиться с ним абсолютно закрытой информацией, которую Стрелкову знать не положено в силу его статуса, тогда налицо два должностных преступления. Первое связано с тем, что кто-то этой информацией поделился, а второе с тем, что тот, с кем ею поделились, слил информацию, которую не имел права сливать, что, конечно же, является высшим эшелоном спецслужбистской военной молчаливости, не имеет никакого отношения к термину «поганый бабий язык», прошу прощения перед женщинами, это к ним не имеет отношения. Да? Это также является высшим эшелоном исполнения воинского и спецслужбистского долга и высшим свидетельством того, что совершивший это не может быть назван, опять прошу прощения, через женщину, болтливой бабой, разносящей гнусные сплетни. Говоря о том, что он отвечает за все и все породил, включая контингент, который именуется выпускниками, спасший ситуацию, поставки оружия и прочее, Стрелков не только клевещет на Россию, не только гнусно кокетничает, он еще и клевещет на народ Донбасса. Причем клевещет так, что не умеет даже сводить концы с концами в рамках этой клеветы. Ведь он же говорит о том, что у нас в Славянске 90% были местные донбассцы. Он же говорит о том, что привел с тобой Славянск отряд в 52 человека. И что к моменту, когда он его привел в Славянск, я цитирую Стрелкова, нас встречало человек 150-200 местных. Так? Так значит, Стрелков пришел с 52 добровольцами в восставший Славянск, где людей, готовых дать бандеровцам отпор с оружием в руках, было 150-200, по другим проверенным данным, не 150-200, а 300. Так кто же является инициатором славянского героического сопротивления? Те 150-200-300.
которые уже сопротивлялись на момент прихода, или те 52 человека, вожак которых сначала влился в ряды восставших, а потом начал делать то, что он сам же и описывает. Стрелков. В Крыму я тоже много сделал. Переговоры по сдаче штаба флота я начинал. Ходил туда в одиночку, беседовал со всем штабом. Но факт в том, что я нигде не засветился. Да, где-то на фотографиях какой-то полковник. Я же не говорил, что в запасе или отставной. Для решения моих тактических задач, подчеркнуто мною, СК, было выгодно, чтобы меня все считали действующим. При этом я нигде не кричал, что я действующий. Я просто говорил: полковник. Зовите меня просто Ильич. Вам это ничего не напоминает? Мне лично это напоминает гениальную пьесу Гоголя «Ревизор», в которой Хлестаков, легкость в мыслях необыкновенная, тоже ничего не говорил о том, что он ревизор, присланный из Москвы. Он просто так все описывал, что в возбужденном сознании формировался образ ревизора. Но все данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Стрелков крыл все рекорды Хлестакова. Что он не просто говорил, что он полковник, или что он полковник, присланный Москвой. Он круче отрекомендовался. И это сформировало определенный образ сознания донбасских, в данном случае, прежде всего, славянских пассионариев, взявших оружие для того, чтобы дать отпор бандеровцам. Эти пассионарии хотели великого посланца великой Москвы. Пора пришла, она влюбилась, в сердце думала. Они ждали наделенного неограниченными полномочиями. И они его получили. К ним приехал Хлестаков и сказал: я не говорю вам, что я ревизор, я вам говорю, что я просто полковник. Они получили от него мандат, говоривший о его неограниченных полномочиях. И они поверили в полномочия. Согласен, что это не делает чести разуму взрослых людей. Но войдите в их обстоятельства. Они пошли на все тяжкие. Они хотят какой-то линии на Москву, какой-то связи с той великой сущностью, сопричастность которой побудила их взять оружие, пойти на все тяжкие. Приезжает Хлестаков, который отрекомендовывается не просто полковником, а человеком с особыми полномочиями. Получив какие-то доказательства этих полномочий, доказательства смехотворные для тертых москвичей, но очень существенные для возбужденных и перешедших черту славянских, донбасских провинциалов, эти провинциалы, говорю, без всякого уничижения, всегда восхищался провинцией. Мать мне всегда говорила: поезжай, если хочешь уже профессиональным театром заниматься, в провинцию, там чище. Добровольно отдают Стрелкову власть. Их больше, они вооружены. И у них есть опыт. Он приезжает, но они же видят в нем великого посланца Великой Москвы, говорит: на колени все, вот он, возьми, володей. Гоголевский ревизор отдыхает, отдав ему власть, этому Стрелкову, и считая, что теперь вместе будут делать общее дело Москва. Эти провинциалы через какое-то время оказываются взяты в захват по всем стандартам военно-богенного бандитизма. На подвал, контрразведка и все прочее, включая там и более темные дела. И даже будучи взятыми в захват, эти провинциалы продолжают верить в полномочия Стрелкова и во все, что из этого вытекает. Ну хорошо, хорошо, ты взял меня в захват, ты не разобрался, тут кто-то что-нибудь тебе говорит: ну ты же великий представитель великой Москвы, от тебя зависит спасение моей родины, ну делай что хочешь, да хоть расстреливай. Между тем, взятие в захват самих провинциалов резко парализует всю машину привлечения на сторону восставших народных масс Донбасса. Там в Славянске есть несколько людей, которые являются для этого города авторитетами. Ну, неважно какими, их там любят, так. Все же это Донецк, да, ну, Донбасс, понятно там это все, да? Вот. Их устраняют, они исчезают. Все делают три шага назад. Потом народный лидер оказывается на подвале. Все делают пять шагов назад. Потом говорится: да это быдло не хочет воевать. Понимаете? Потому что, в отличие от доверчивых пассионариев, эти народные массы всегда проявляют недоверчивость, к которой склонны простые люди, понимающие, что кто-то наговорит стрекороба, а им отдуваться.
Последствия этого описывает сам Стрелков с постоянно присущей ему честностью и непротиворечивостью. С одной стороны, он говорит, что в июне-июле 2014 года, я цитирую, было несопоставимо, вообще несопоставимо было нарастание сил. Например, к нам за это время пришло 40 добровольцев, в июне-июле пришло 40 добровольцев. Вы слышите, что он говорит? А к противнику пришло 80 машин. Что в них? Другой вопрос. Но в каждой машине минимум по человеку. Я цитирую. Я же не могу это выдумать. К нам в июне-июле пришло 40 добровольцев, а к противнику 80 машин. Что в них? Другой вопрос. Но в каждой машине минимум по человеку. Шоферу. С одной стороны, он говорит, что в июне-июле 2014 года шло вот все вот так. Да? С другой стороны, в соседнем месте он говорит, что там уже тысячи-тысячи приходят, да? Все время, что их неограниченное количество, что все хлынули к нему. Да? Можно свести концы с концами в трех высказываниях на одну тему? Или перестать говорить, что ты честен? Потому что когда ты честен? Здесь, здесь или здесь? Если ты говоришь разное об одном и том же. Я бы много дал за то, чтобы увидеть лицо Александра Ильича Проханова в момент, когда с ним делятся подобными откровениями. Все-таки художник, умный и тонкий человек, очень чувствующий, где проходит грань между серьезным и смешным. К противнику пришло 8 машин, что в них? Другой вопрос, но в каждой машине минимум по человеку. Это достойно пера Гомера и Эсхила, не правда ли? Господин Стрелков делает очень точную ставку. Ставку на то, что многое не может быть обсуждено по причине того, что мы обсуждаем не историю, дела давно минувших дней, предания старины глубокой, а текущую политическую ситуацию. Но в таких случаях говорят, ты в Рида не завирайся. Или, по крайней мере, сопрягай один фрагмент своего вранья с другим. Например, таким. И пошло-поехало, имеется в виду приток добровольцев в количестве отнюдь не 40 человек. Дальше все зависело только от наличия оружия. Так сколько человек к нему прибывало? В одном месте говорит, что не более 40, в другом, что они прибывали в немеренном количестве, не было оружия. Он собирается хоть как-то сводить концы с концами? Повторял и повторяю еще раз. Оружие поставляло гражданское общество. Часть потерянной территории завоевывало назад. Ополчение второй волны. Российское государство тут ни при чем. Но это оружие, хоть его и поставляло гражданское общество, оно все равно актировано, и пусть те, кому положено, поднимут ведомости, мы за них это делать не будем, уважая их полномочия. Но терпеть эту пакость нет сил, потому что она дискредитирует Россию, и не только общество, но и государство. Так что пора тут ставить точки над «и». Как говорил великий поэт, пора, мой друг, пора. Найдите форму. Потому что потом будет поздно. Гнусное дело, дискредитация российского общества, российского государства будет завершено. Трепетно относясь к полномочиям, мы настаиваем на нахождении способа убедительного прерывания гнусных потоков стрелковской лжи. Нас абсолютно интересует тонкая структура происходящего. Мы не дети, мы понимаем, что такое горячие точки. Мы за последние десятилетия ко многому привыкли и никогда не лезем в чужие дела. Но тут речь идет о державе. Она у нас общая с теми, кто находится при исполнении обязанностей. Итак, оружие было у Стрелкова, причем оно было высококачественное, и его было достаточно много. Тема эта крайне деликатная, но обходить ее нельзя, потому что она носит ключевой характер. Я много раз говорил о том, что именно гражданское общество поставляло это оружие на юго-восток Украины. И что бы ни случилось, я буду на этом настаивать. Ведь частные военные компании Запада поставляют оружие бандеровцам, это никого не побуждает констатации втянутости Запада в прямую помощь этим неонацистам. Так же у нас. Но когда частные военные компании, то есть гражданское общество, что-то поставляют, они все равно регистрируют, сколько поставлено, чего, кому и так далее. И эти рукописи не горят. Частные военные поставки оставляют соответствующие следы. И потому не надо пользоваться данными бандеровского врага для того, чтобы знать, сколько было поставлено оружия, сколько вышло и сколько дошло. Надо пользоваться теми непреложными данными, которые вытекают из факта поставки и с надлежащим образом оформлены. Ибо, повторяю, кто бы ни поставлял оружие, этот кто-то не сумасшедший, чтобы это вообще не оформлять. Это оружие.
Я понимаю, что вопрос об этих данных должен быть обсужден деликатно и теми лицами, которые не имеют государственного статуса. Потому что в противном случае он будет превратно истолкован. Но есть вопрос. Вообще никак не обсуждать, пока что Россия действительно бросила на произвол судьбы Юго-Восток Украины. То есть именно в этом случае мы подыгрываем бандеровскому врагу. Ведь что именно замыслил враг? Некое восстание, которое потом будет или легко подавлено с выдавливанием в России огромного количества беженцев, или окажется спусковым крючком для прямого лобового ввода войск России со всеми вытекающими последствиями. Вы начинаете маленькое восстание, они постепенно стягивают силы, и они же даже не уничтожают запредельное количество людей. Нет, они не могут, это гуманитарная катастрофа и все прочее. Они бьют там где как, где болванками, где по-тяжелому, но так, чтобы убежало как можно больше беженцев, чтобы на одного убитого было как можно больше бежавших на территорию России. Потом они территорию зачищают, выдавливают туда маленький военный контингент, и он оказывается катализатором в общий базар по поводу того, что слили, сдали беженцы, ой-ой-ой, вот что они замышляли. И говорили, а если вы в ответ ведете прямо войска, тем лучше, вы все равно оттуда уйдете, рано или поздно, да? Афганистан такой, в Европе, да? Тут же войдут войска НАТО и станут рядом. Мы получим неограниченное финансирование, а вы получите полное доказательство, что вы на эту территорию не имеете никакого права, потому что если там произошла революция донбасская, то у вас полное право на нее, а также на все результаты революции на территории единого государства. Какая власть победит в революции, та и будет договариваться с Россией. А если вы эту территорию оккупировали, то вы не имеете права ни на что, вообще ни на что. Кроме того, какую территорию вы оккупируете? Вы оккупируете эту маленькую территорию? Это просто смешно. Вы залезете в Днепропетровск и в другие места, где, если вы не залезете, будут стоять ракеты НАТО? Да? Ну все. Там будут протесты. Вы начнете поддавлять? Все, вам конец. Конец. Вы все проиграли. Значит, если вы сольетесь, вы все проиграете, потому что вы подняли себе рейтинг на Крыме, а теперь мы его сливаем на Юго-Востоке. А если вы войдете, вы тем более проиграете. А ничего больше вы не сделаете. Во! Сказали, мы сделаем, и они завыли от ужаса. И воют до сих пор. Легко подавленное восстание должно было не только породить волны беженцев, но и само по себе носить деструктивный характер. Оно должно было породить еще и обвинения определенного типа, адресованные государству, которое предало, испугалось, слилось. Юна, трусы. Воодушевление общества в связи с присоединением Крыма должно было превратиться в негодование по поводу слива Новороссии. А маломощные группы восставших должны были стать необходимым катализатором планировавшего возмущения, позволяющего не только осуществить зачистку на Юго-Востоке, но и вернуть Крым. Поставки большого количества оружия гражданским обществом России, активизация второй волны ополчения позволили России избежать этой дискредитации, укрепить авторитет государства, не допустить парадов бандеровцев на улицах Донецка и Луганска, создать огромный задел на будущее, организовать именно тот тип контроля на территории, который нам необходим, и обеспечить самоопределение народа Донбасса. И что же остается от этого в случае, если поставки оружия гражданским обществом России, подчеркиваю еще раз, именно гражданским обществом, начнут скрываться? В сухом остатке тогда остается именно замысленная дискредитация. Конечно, не в том масштабе, который планировался, но все же. А кто больше всего говорил о том, что оружия нет? Стрелков. Ну так и позвольте мне воспользоваться отсутствием у меня всякого государственного статуса и заявить, что Стрелков нагло лжет, как сивый мерин. Что оружие было поставлено в гораздо больших количествах, нежели это было необходимо его славянской группе, по поводу численности которой он тоже лжет, как сивый мерин. Мое заявление является заявлением частного лица, причем лица, которое занимается аналитикой в горячих точках на протяжении более 25 лет. Еще раз подчеркну, что в горячих точках я работал не как солдат удачи, и не как поэт и писатель, и не как журналист, а именно как аналитик, эксперт-советник. То есть я умею считать, и я умею получать данные. Пройдет немного времени, и все эти данные все равно так или иначе будут обсуждены. Это свойство правды. Она выходит на поверхность, но иногда слишком поздно. В данном случае такого запоздания категорически нельзя допустить во имя интересов России.
Да, на определенном этапе оружия не хватало, и оно было низкого качества. Но потом дефицит оружия сменился профицитом, а качество стало достаточно высоким. Поэтому разговор о том, что ополченцев было нечем вооружить, справедлив только для определенного периода. Потом же, и задолго до бегства Стрелкова из Славянска, их можно было, образно говоря, не просто вооружить, а буквально обвешать оружием необходимого качества и высокой эффективности. Марки оружия перечислять не буду. Оружие самого высокого качества было намного больше, чем нужно было тому контингенту, численность которого Стрелков зачем-то завышает. И легко догадаться, зачем. Догадайтесь в трех раз. Сколько людей, столько оружия. Вот как Стрелков объясняет причину, по которой приток добровольцев уменьшился. Цитирую. Когда начались боевые действия, пролилась реальная кровь, число добровольцев уменьшилось. То есть он клевещет и на героический Донбасс, и на героическую Россию. Понятное дело, не благородный дородовцы чай, а быдло разбегающееся, увидев реальную кровь. Но в следующих строках, уже отоспавшись на добровольцев, Стрелков признает, что, цитирую, все равно их было немало. Мне докладывали цифры. По Донецкой республике записалось добровольцев 28 тысяч человек. Из них 40 в Славянск? Не понял. Ну цифры-то, цифры. 28 тысяч человек ждало оружия. Если даже половину отнести в криминальные элементы, случайные, то половина 14. Если бы у нас было оружие, то ситуация развивалась бы совсем иначе, чем она развивалась. К моменту моего отбытия из Донецка у нас под ружьем и 10 тысяч не было. В славянской бригаде по спискам было около 9 тысяч человек. По спискам? Все махровая ложь. Каждое слово. Ну, можно же не говорить, можно увиливать. Ну, Бородай блестящее интервью сделал, ни к чему не подтяжешь. Там разговор о философии, там, да? Патриотизм, геополитика. Но из них комбатантов, то есть непосредственно бойцов, около 5 тысяч. Остальные – тыловики, повара, волонтеры, снабжения. Читатель живость представляет себе армию повстанческую, в которой на одного воюющего один тыловик. Ну, я вам цитирую. В славянской бригаде по спискам было около 9 тысяч, но из них комбатантов, то есть непосредственно бойцов, около 5. Остальные – тыловики, повара, волонтеры, снабжения. 9 тысяч, меньше 5 воюют, значит 4,5, при них существует, при каждом тыловик. Я иду вперед, при мне тыловик. Это не артиллерийские системы, это не ракетная часть стратегического награждения, это не снабжение по железным дорогам там, и по бог знает чему, это не военно-промышленный комплекс. Да? Это просто при каждом повстанце тыловик. Что? Оруженосец. Рыцарь, оруженосец. Он что-то спутал с какими-то реконструкторскими играми. Не то и пощет. Но пусть читатель знает также, что все цифры липовые. И что оружие на момент, который описывает Стрелков, был не недостаток, а избыток. Стрелков делает еще несколько важных признаний. Одно из них касается того, что именно планировалось после прихода частей Стрелков в Донецк. Стрелков. У меня был простой выбор. Когда я из Славянска зашел, либо срочно формировать фронт против противника, либо устраивать переворот. Но в Донецке в тот момент был совершенно мирный город. Народ загорал, купался, спортсмены тренировались. Люди в кафе пили кофе. Как в Москве летом, так в Донецке было. И меня бы никто не понял. Хотя мои солдаты рвались всех этих тыловых арестовать и разогнать. Оба! Хватит врать-то, солдаты. Беседовал я с этими солдатами в высоких погонах и чинах, утверждавшими, что бегство из Славянска было самым горьким днем их непростой жизни. И что зачистку подразделений Захарченко, Ходаковских, других они планировали чуть сразу по приходу в Донецк. Эти солдаты это 100% подтверждают. Теперь это подтверждает Бородай. И это подтверждает Стрелков. Значит, 5 июля представители «Сути времени» купировали переворот. Кровавый переворот.
Вот эти мои собеседники все подтверждают, теперь подтверждает Борода, и теперь подтверждает сам Стрелков. Это такое пересечение, после которого я могу говорить о правде. Она состоит в том, что Стрелков отказался от такой затеи после моих интервью, почуяв в происходящем какое-то опасное для него московское, я мягко говорю, сущностное начало. Кто-то не тот приехал. Далее Стрелков говорит, но я понимал, стоит развернуть гражданскую войну, тут и нас всех и хлопнут. Он это понимал. И как же именно он относился к идее антитеррористической операции, выдвинутой Бородаем? Он это понимал, и что? Ему это претило в силу того, что он не хотел, чтобы гражданская война породила уход ополчения из Донецка? Или он говорил, что мне пора сваливать, как это следует из других рассказов? Он также боялся этого ухода из Донецка. Ему так это было страшно, полно. Он сам его и предполагал. Этим делился со своими так называемыми солдатами. Считал этот уход наилучшим выходом из ситуации, представляющим очень крупные политические возможности. Рассуждал о масштабах этих возможностей. О бегстве Бонапарта из Египта. Мы же все умные историки. До выхода беседы, которую я анализирую, можно было сказать. Ваши собеседники, Сергей Иванович, кстати, я никогда не выдам их фамилии, не дождетесь, вешают вам лапшу на уши, выдают свои фантазии за намерение стойкого Стрелкова, решившего стоять в Донецке до конца. Теперь сам Стрелков все рассказывает, понимаете, сам. Александр Андреевич Проханов – бесконечно обаятельный собеседник, а Стрелков очень словоохотлив и падок на комплименты. В этом смысле говорю это с восхищением, которое смешано со скорбью всего публичности происходящего. Александр Андреевич – это полковник или даже генерал спецслужб, проводящий блистательную следственную акцию. А Стрелков – это не только не спецслужбист, а элементарный лох. Итак, читаемся в этот шедевр профессионального следственного действия, по отношению к которому беседа Порфирия Петровича с Раскольниковым – это детские шалости. Стрелков. В момент, когда противник перерезал дорогу между Шахтерском и Торезом, у меня наступил психологический кризис. Я начал думать о том, что делать. Подумывал переносить штаб в Шахтерск или Снежное и готовить эвакуацию Донецка. Потому что понимал, если помощи не будет, то надо хотя бы спасти людей. То есть он уже признался, понимаете? Он не городские бои собирался вести, сконцентрировав в одной точке живую силу и технику и рассчитывая на то, что в городских боях, так сказать, слишком много жертв понесет другая сторона, потому удастся удержаться. Он сваливать собирался, и для успеха проекта нужно было всего лишь подавить Захарченко, Ходаковского и других, кто не хотел сваливать. Теперь читайте Бородая. Итак, Стрелков говорил, что у него возник кризис, породивший страстное желание бежать из Донецка в освояси, так и хочется сказать награбленным. Но про это пусть говорят заместители Стрелкова по тылу. Особенно разговорчивы в таких случаях бывают женщины. Ждем соответствующих откровенных признаний на эту тему соразмерно данному исповедальному сюжету. Но это в будущем. А пока скажем просто, что был психологический кризис и порожденный этим кризисом желание сваливать, как и подобает герою. И всем мальчишкам надо сказать, когда у вас будет психологический кризис, сваливайте, товарищ лейтенант, майор, капитан. Вот, это он, равняйтесь, видите, грустите и сваливайте. И по возможности сообщайте в интернет, чтобы немцев прочитали. Александр Андреевич Проханов отвечает подследственному. Прошу прощения, Александр Андреевич, если я преувеличиваю тонкость его маневра. Мне так кажется, но это чистая моя художественная фантазия. Вы не должны этот момент характеризовать как психологический перелом. Я внимательно следил за процессами, за динамикой ваших выступлений. И, может быть, за динамикой вашей судьбы. В этот момент Стрелков впадает в абсолютное потрясение. Читайте «Преступление и наказание». Это не я убил, да? А Проханов продолжает. Я считаю, что вы все делали правильно. Все делали правильно. Стрелков уже в беспамятстве. Читайте тоже произведение. У него полностью едет крыша. Исходя из реальных соотношений сил, иначе вы поступить не могли. С другой стороны, все, что вы делали, это мессианский подвиг. И тут впоследствии начинается неуправляемое речеизвержение. Стрелков. Почему говорю, что перелом был?
Почему говорю, что перелом был? Ну, все, уже сказал. Мессия, все. Ну, он, надо все рассказать. Почему говорю, что перелом был? Потому что в тот момент я приказал готовить штаб к свертыванию. Всем штабникам грузиться. Это воистину мексианский подвиг. Люди не обсуждали мои приказы, потому что мне верили. И сам я выехал в Шахтерск вперед. То есть он уже сам начал сваливать. Но в этот момент дорога была перерезана, воистину препятствуя на пути мессианского подвига. Я целый день там пробовал, поговорил с бойцами, посмотрел. В течение дня я практически бригадой шахтерской не управлял. Видел, что царь, будущий министр обороны ДНР, нормально справляется. И вмешиваться в дела командира не хотел. Зачем вмешиваться, если ты сваливаешь? Как-то странно. К вечеру, пообщавшись с людьми, я принял решение не оставлять Донецк. То есть понял, что его за этот мессианский подвиг пропросту шлепнут. Хотя до этого планировал не Донецк сначала оставить, чуете, сначала, а Горловку. Хватит, в Горловске сидел Безлер, кроме других, который никуда не хотел уходить, и чьи ближайшие сподвижники наглядно демонстрировали твоим сподвижникам, ранее подвязавшимся в Горловке, что с ними будет, если и так далее. И за счет Горловского гарнизона я хотел прикрыть северный фас Донецка, фас, и линию на Шахтерск, напоминаю, все это для того, чтобы Донецк не сначала оставить, а чуть позже, лишившись всех потенциалов Горловки, обсуждать которые я не буду. Но тут, это Стрелков, сыграла роль, что в Горловке стоял боцман, и он отстоял Горловку. Боцман поступил абсолютно правильно. Он моему приказу готовить эвакуацию не подчинился. Что? То есть, он сам не подчиняется приказам руководства, говорят, стоять насмерть ухожу, другие не подчиняются его приказам, и это все мессианский подвиг, на основе которого надо готовить молодежь к суровым временам. А на следующий день, это Стрелков, этот приказ отменился сам собой. Вспоминаются туристские песни. Чуть-чуть беспомощно, вагоны качаются, и все получается само собой. Не то чтобы грустные, скорее усталые, мы возвращаемся домой. Ля-л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 я. Мы возвращаемся домой в Москву из Донбасса. Сами собой приказы отдаются, сами собой не выполняются. О, эти эталоны будущего героизма. Итак, приказ отменился сам собой. Я понял, во мудрец-то. В той ситуации, что сложилось, мы не сможем организованно вывести войска ни из Донецка, ни из Горловки. Нам отрезали последнюю дорогу, а полевые дороги очень неудобные. Я воочию представил, у него воображение, художественная натура, эвакуацию Донецкой Горловки, колонны беженцев, расстреливаемые на дорогах со всех сторон. Сильному развитию такого образного мышления всегда способствует кокаин, которым, если верить Михаилу Булгакову, очень активно пользовались в этих целях некоторые представители героически-мессианского белогвардейства. Бег, толпы, расстрелы. Вот бы все это вовремя вообразить в Славянске. Сейчас бы героем был. Это я от себя комментирую. Продолжаю Стрелкова. Я понял, что лучше принять бой в Донецке, чем все эти прорывы. Вечером я вернулся в Донецк, уже несмотря на всю тяжесть ситуации, уже не планировал ни переноса штаба, ничего. Тут главное слово «ничего». У Салтыкова-Щедрина по этому поводу говорилось. Ни бога, ни идолов, ничего. А дальше блистательное завершение этого режиссерски активированного гением Проханова откровения. Стрелков. Это я ответил на вопрос, был ли план сдачи Донецка, а то мы не понимаем, на какой ты вопрос отвечал. Был план, внимание, не сдачи Донецка, а намерение, как вариант, оставления Донецка с целью вывода и спасения людей силой средств. Все сказано? Ну, это готовый документ. Точка. И вы назвали наше описание аналогичного, которое мы осуществляли не сейчас, а за 140 дней до этого, и которое, так сказать, поносилось как жуткая клевета на главного национального героя клеветой. А теперь кто на Стрелкова клевещет? Гиркин, да?
Но Стрелков не был бы Стрелковым, если бы он ограничился откровениями по поводу своих похождений. Такие откровения Стрелкова всегда сопровождаются поношениями в чей-то адрес. Стрелков в тот момент, видимо, когда созрел его мессианский подвиг по славу из Донецка, я отлично понимал, что ни наедине Донецк и Луганск биться против укров не могут. Тем более при отсутствии собственной военной промышленности, дееспособного правительства из местных. Вот это-то и надо создавать. И почему они должны сражаться наедине? Никто их не просит сражаться наедине. А изначально я исходил из того, во мудрец-то, берущий на себя ответственность за других, он исходил, что повторится крымский сценарий. Россия войдет. Это был самый лучший вариант, и население к этому стремилось. Никто не собирался выступать за Луганскую и Донецкую республику, все изначально были за Россию, и Приднестровье было за Россию, и Абхазия была за Россию, Южная Осетия была за Россию, все были за Россию. И что? И Армения за Карабах, и Карабах за Армению. Есть геополитика. И референдум проводили за Россию, воевать шли за Россию. Люди хотели присоединить к России. Российские флаги были везде. У меня на штабе был российский флаг. И у всех. Это, конечно, было главным обстоятельством мировой политики. Что ты именно ты вывесил наш штаб, назвав себя полковником. И население нас воспринимало под российскими флагами. Не просто оно вас воспринимало, а вы, будучи полными самозванцами, внушили населению, что все проговорено и решено, что вы наделены высочайшими полномочиями. Вы тыкали в нос населению своими самозванческими мандатами. Смотри мои рассуждения о сходстве ситуации Стрелкова с ревизором Гоголя. Стрелков. Мы думали, придет российская администрация, тыл будет организован Россией, и будет еще одна республика в составе России. И о каком-то государственном строительстве я не думал. Он нагло лжет до этого. Он пишет друзьям, он сам, что мечтает соорудить аналог Приднестровья на Украине. И даже спрашивает, нет ли шанса, нет ли желающих присоединиться, и эти его признания опубликованы. Значит, дело не только в том, что это лепят, это ложь. Далее Стрелков начинает упражняться в том, что является его главным предназначением, то есть поношением российского государства. У нас ничего нет окончательного, в том-то и дело. Война идет полгода, а мы до сих пор не знаем, едина Украина, не едина Украина. Что для нас важнее, газовые поставки или русское население на юго-востоке? К этому моменту Проханов понимает, что это уже край. Край, да. И отвечает, хотелось бы, чтобы и то, и другое, но не получается. Стрелков продолжает, он не понимает, что его останавливают. Осуждать российское государство за то, что оно торгуется по вопросу о газе, тем самым помогая Украине выжить. Восклицает, что он все делал правильно, только что он каялся в ошибках. Чуть позже он будет говорить, что он отвечал за все беды. Но тут, говорит, я делал правильно. Проханов подтверждает абсолютную правоту Стрелкова и начинает вопрос о мистических тайнах судьбы Стрелкова. Как нам в таком вопросе без мистики? Проханов утверждает мистичность стрелковской судьбы. Стрелков кокетничает по поводу того, что, может быть, это и не мистика. Проханов говорит, что у мистики есть свое поле, и что Стрелков имеет право примерять на себя политический кафтан. Стрелков окончательно обалдевает, но туго знает, что примерку надо отложить. Иначе она может превратиться в сходное слово. Примерка может стать посадкой. В противном случае он может обернуться чем-то совсем, совсем некомфортным. Поэтому он говорит, что он вообще-то как Денис Давыдов. И отвергает политику как занятие, не соответствующего честности и чистоте. Прямо говорит, что моя честность и чистота слишком велики для того, чтобы заниматься политикой. Далее они обсуждают с Андреем Александром Андреевичем, как именно неуклюже ведут себя в военных политике. И тут Стрелкова прорывает в последний раз. Стрелков, я не совсем военный в классическом смысле. Командование такого рода для меня скорее случайность. Я спецслужбист. Проханов, как спецслужбист вы имеете право стать крупным политиком? И то ведь полковник спецслужбист, прецедент понятен. Стрелков опять чувствует подвох и начинает проклинать политику как абсолютную ложь, как флюгерство, а только что назвал одного политика своим кумиром. И
И заугавшийся Стрелков говорит, как и подобает лжецу: «Лгать впрямую я не буду, категорически не хочу». Александр Проханов обращает внимание Стрелкова на то, что, цитирую, «в русской истории заложена огромная динамика. Я всей кожей чувствую, что временная эти тишина и перемирие абсолютно иллюзорны. Самое дорогое у человека – это репутация. У вас огромная репутация». Стрелков уныло. Ее сейчас пытаются утопить. Бедный тобой. Проханов, не обращайте внимания. Вспоминается анекдот. Мама, они говорят, что у меня голова квадратная. Мама, гладя по квадратной голове. А ты не верь, мой хороший. Не верь. Проханов, шлейф, что на вас навешивают, смехотворен. Он сам, Стрелков, только что все на себя навесил. И не шлейф. Это называется совсем иначе. При гениальной следственной режиссуре Проханова. Проханов, может быть, у вас будут искушения, будут чародеи, которые захотят вас очаровать. Дума, встревоженная, посаженная на цепь, бьется головой. Стрелков вновь впадает в пограничное состояние. У него чародеи, искушения. Проханов, ждите, когда труба опять затрубит. Стрелков, не выходя из этого пограничного состояния, надеюсь, что дождусь. Проханов, поддерживая состояние на нужном градусе и медленно повышая градус. Ерехонские трубы всегда наготове, не волнуйтесь. Стрелков уже совсем перестает понимать, о чем речь, но чувствует, что все очень волнительно. Так волнительно, что невзначай расколоться можно. Стрелков, главное, чтобы медные не зазвучали, думает про себя, что я несу. Проханов, медные вы уже прошли, остались ерехонские. Пограничное состояние Стрелкова превращается в безграничное, то бишь трансцендентальное. Проханов, Стрелков занял свое место в русской истории, совершил то, что мог совершить. И это, дорогой Игорь Иванович, драгоценный ресурс нашей с вами исторической реальности. Короткая заключительная ремарка о месте в истории. Когда меня допрашивали следователи по делу ГКЧП, я, принимая их извинения и проклятие в адрес тех, кто им это все поручил, вежливо сказал: «Зато вы войдете в историю». Сергей Иванович, ответил мне следователь, я не вошел в историю, я в нее влип, причем по полной программе. На этой ноте я завершаю свой разбор Стрелковского текста, который всем нам был очень нужен и который нам подарил гений Александра Проханова, за что ему большое и искреннее спасибо. Из Библии в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина, глава 6, рассказывается об осаде евреями, возвращающимися из египетского плена в Палестину, города Иерихона, который стоял у них на пути. Они его осаждали 6 дней, неизвестно, сколько бы еще продлилось стояние под стенами и этой крепости, если бы не чудо. На 7-й день священники евреев стали обходить стены города, трубя в трубы, и от их звука стены неожиданно рухнули. Как вы думаете, о каких стенах идет речь, если вообще речь идет о чем-то? Будем надеяться, что речь идет ни о чем. Спасибо!